Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Андеру-кун. Мы продолжаем наше приключение за мега-церковь в этой галактике. Так, у нас здесь аномалия. Берем господство, как я сказал, нам понадобится любое влияние, которое можно будет получить. Конечно, здесь все не очень полезное сейчас, но влияние сейчас приоритет. Мы будем ставить много филиалов, для них потребуется влияние. Значит, как я уже сказал, базовый шаг мы уже сделали, мы образовали торговую федерацию для нашего процветания. У нас есть друг, фанатичный милитарист. Пытаемся задружиться со вторым фанатичным милитаристом, ксенофилом. Вот, но пока что наш друг Иканан Citizen Compact что-то не хочет видеть их в федерации. Но это будет решаемо. Я надеюсь, что доверие у них подрастет между собой. Да, вот здесь. И в итоге их отношения улучшатся. Ну и плюс один из них ксенофил, что, конечно, упрощает задачу. Ну и, возможно, они чуть подзаселят вот эти системки, и расстояние между ними уменьшится, что тоже сыграет свою роль. Так, мы на начальном этапе развития. Технологиям все грустно. Здесь у нас пока все грустно. Значит, по поводу привлекательности принципов, что я заметил во многих своих играх в Stellaris на данный момент. Вот эти показатели привлекательности принципов на самом деле мало что под собой имеют, потому что население новое, оно будет пытаться распределяться под эти принципы, но я в своих играх не видел, чтобы уже существующее население эффективно конвертилось. В том плане, что у меня было, допустим, куча фракций, я какую-то одну выделял через управление, продвигал, остальных подавлял. И все равно у меня была какая-нибудь там фракция, не знаю, каких-нибудь пацифистов с 400 населения. Им было пофиг, они как были 432, так через 50 лет их 432 и осталось. Хотя у них там было, допустим, процента 2 притягательности из-за постоянных войн и так далее. Вот. В чем проблема, я не знаю. Раньше, когда был старый еще Stellaris с совершенно другой экономикой и работает принципов, ну потому что население было намного меньше в игре, такой проблемы не было, действительно были конвертации, были даже восстания секторов, связанные с принципами. Вот, но сейчас что-то я такого не наблюдаю, честно говоря, не знаю, в чем причина. Вот эту корпорацию мы к себе в федерацию не приглашаем, хотя предложить статус филиала. А, нет, это не то. Пригласить федерацию против, но где тут статус ассоциации? Вот. Мои союзники были бы за, но я не хочу конкуренции, чтобы они не ставили у моих союзников своих офисов. Так, продолжаем копать. Кому интересно, паузе может почитать. А здесь у нас галактический тупик. Поедем сюда, смотрим системы. Может, что интересное найдем. С предтечами, как обычно, у нас беда. Вот здесь у нас один, здесь второй, здесь, скорее всего, третий предтеч. Да, три следа предтечи из шести необходимых у нас будет. Может быть, мы еще где-то здесь найдем седьмой, четвертый, но, в общем, с предтечами не повезло. Да и Юд, по-моему, какая-то такая себе фигня. Так, у нас есть влияние, у нас есть энергия. Надо заняться вопросом, собственно, того, что мы мегакорпорация, и решить немного проблему с энергией. Тем более, что у нас есть возмущение, вселенские сделки, которые делают этот процесс дешевле. Мы учреждаем филиал, сходу получаем 11,2 дохода энергии.
И вот насчет первого здания, я даже не знаю. Бизнес-форум, конечно, даст нам очень много энергии, потому что повысит торговлю на столице нашего дорогого союзника. Потому что даст ему целого аж одного торговца. Вот. Компьютер это, кстати, тоже будет в плюс. Либо строить храм процветания. Он даст почти столько же торговли, но чуть меньше. Даст привлекательность спиритуализма увеличенную, но не даст ценность филиала 25%. Учитывая, как я уже сказал, что новое население может появляться с новыми негосударственными принципами, а вот уже старое как-то плохо конвертится, ну, на мой взгляд, во всяком случае, я, наверное, поставлю первым и буду ставить храмы процветания, чтобы спровоцировать процесс конвертации. Остальные здания дают какие-то ресурсы, вот это такое. В первую очередь у нас будет энергия с наших филиалов. Вот, это основная задача филиалов, дать энергию и разгрузить нас, чтобы мы не были вынуждены ставить энергетические районы вообще в принципе. Так, ну колония займется простыми ресурсами. Почему простыми? Потому что пригодность у нас не стопроцентная. Соответственно, выработка ресурсов будет меньше, но это правится очень легко в случае минералов, еды, энергии, технологиями. Выработка каких-то более продвинутых ресурсов с большой добавочной стоимостью, назовем их так, конечно, будет страдать гораздо сильнее, потому что там технологиями особо не поправишь, пока планету не приведешь в порядок. Так, у нас здесь construction сделался. Повторюсь, я сейчас буду закрывать вот эти системы под себя, несмотря на то, что ресурсов в них крайне мало. Просто потому, что у меня открыты границы с вот этими чуваками. И мне совершенно не хочется, чтобы они тут какую-то базу влупили мне и потом устраивали при неизбежной войне, которая рано или поздно все равно у нас с ними случится, устраивали мне какие-то забеги в тыл. То есть так-то я смогу в Бенет наш, обороняться вполне себе эффективно, а вот... Если у меня в тылу будет база, это, конечно, будет провал. Попытаюсь ли я хаджам под себя забрать? Тут 6 редких кристаллов и место археологических раскопок. Я думаю, стоит рискнуть. Да, я попробую рискнуть. У меня накопится как раз, я надеюсь, влияние к тому моменту, как мы сюда доберемся. Так. Ну да, все мне не по зубам, это в принципе ожидаемо. Договор о миграции с кем? С вот этими вот эрудитами? Нет, ты материалист, уйди. Тем более у него тропический мир, как бы. Пфф, тропические миры я и своими чуваками могу заселить на 60%. О, нецивилизованное поведение над Хеглами. Класс, это отлично. У нас будет планета-рассадник населения. Это супер. Это на самом деле супер. Так, ну вот наш филиал дает нам уже 14,4 энергии. Вот. Компьютер, собственно, проповедниками здесь занимается. Они ему дают и объем торговли, и благо, и единство. Вот, в общем, шикарная на самом деле джоба, намного лучше, чем просто клерк. Вот, то есть он тоже от этого выигрывает, плюс 2 рабочих места как бы всегда хорошо. Но нам главное, что это возможно в сторону спиритуализма их направит. Так, юдское поселение на астероиде мы тут исследуем, окей. Здесь сразу ставим научную станцию, чтобы хоть что-то с этой системы-то получать от того, что мы ее присоединили.
Вот у нас пошла миграция на новые колонии, ситуация выходит из-под контроля. Преступность счастья. Ну, преступность пока держится, кстати, благодаря добродетельной женщине. Счастье, правда, упало у них что-то. Ну, ребята, это уж простите. Так, а упало ли у них счастье? Да, упала высокая доступность благ здесь просто. Это безумие. Искоренение проблемы. Особый проект. Вот он. И где он? А, вот чрезмерная дикость. Ну, 17 месяцев придется социологии в это дело убить. Да, но мы устаканим эту планету. Она у нас будет растить население. Йота Элиенсов мы узнали в системе Маркет. То есть это будет и Тета Элиенс, и Эта Элиенс. Это, короче, контакты с новыми империями. Так, парень, лети дальше, посмотри, что там, как там. И, по-моему, это газа даст нам прорву под науку, что просто идеально на самом деле с моей стратегией сочетается развитие. Ну да, тут опустошение как бы сейчас выросло очень сильно, но мы с этим как-то справимся. Так, следующая мисса будет, но сначала мы попробуем хаджам отжать. Нет, все, стоп, нам эта база уже не нужна. Вот, с энергией у нас опять что-то траблы какие-то, поэтому, наверное, я у этих ребят на столице тоже поставлю филиал, но мне не хватает энергии на это дело. Что, будем продавать минералы? В конце концов, мы же торговцы. Надо же этим пользоваться. Здесь поменьше энергии генерация, да. Но все равно в плюс. Ну и храм процветания, опять же. Да, с энергией здесь похуже, но мы будем пытаться их потихоньку толкать в сторону спиритуализма, этих товарищей. Четвертая колония у меня ставится, хорошо. Ага, юдские артефакты найдены. Так, у тебя нет задач, да? Тут у нас копает парень. Ну ты лети пока на маркет помогать в исследованиях, потом тебя заменим. Каппа Элиенс в Скорпио. Ага, научный корабль каких-то чуваков. Окей, ладно, давайте полетаем просто по... по местным системам. Может, мы каких-то там чудиков встретим, типа кристаллов или амеб. Археологические раскопки завершены. Вот можно. Почитать на паузе. Получен вариант исследования адаптации к враждебной среде. Ну, короче, на самом деле мало толку с этого всего дела. Потому что технологию-то... мне возможность исследовать технологию дали, вот, но только она, по-моему, очень дорогая там в социологии. Да нет, 6000, но все равно я бы до нее в принципе скоро дошел и без того. Так, окей, хорошо, значит, филиалы мы поставили первые, там начнут мне потихонечку денежки приносить. Вот эти системы я отдам соседу слева, если только он бич не не построит. Я, возможно, бич возьму там 13 минералов. Остальное все на самом деле копейки. Тем более, что на содержание станции тратится энергия. То есть вот это вот все оно как-то невнятно абсолютно. Ух ты, Влур ищет, Влур находит. Очень интересно. И где этот Влур?
счастливо познакомиться. Так, это какие-то... А, это амебки как раз здесь живут. То есть мы сейчас отсюда сваливаем. А где вур, о котором речь шла? А, вот он, где живет. Это союзники наши нашли влура. Окей, влур источник молний. Эль молний. Так, а еще мы нашли ксенофилов-милитаристов вот здесь, но они уже в другой федерации. Причем они стартанули в федерации. Ох, как не здорово. У них, правда, 2 мира и 37 населения, а у наших союзников 4 мира и 38. Ну, пока отрыва нет, но количество планет здесь, конечно, решает. Беда в том, что там федерация какая-то живет. Выглядит это не супер. Ладно, они соперничают с какими-то другими чуваками, мне неизвестными, и это хорошо. Значит, они пока на моего друга не сагрятся. Нам нужен третий парень федерации. Все еще против, да? Доверие у меня с ними отличное, конечно, но... Так, амебы это класс. Потому что они дают 5 маневренности. При их изучении. Не то, чтобы я маленькие корабли сильно строил, но... Так. Ты тогда на Ксору лети. Или на четвертую систему. На фронтал лети. Просто, чтобы качать научника. Использовать пещерные грибы, конечно же. Так, еще 17 месяцев. Это мы... вынуждены будем пожить вот с этим вот минусом. Но это ничего страшного. Пещерные грибы это просто супер. Да, один энергии. Супер система. У меня, по-моему, какой-то минус идет на энергию из-за того, что я в федерации, кажется, это налогом федерации называется, да? Я вот не помню. Об этом вообще в игре особо нигде не говорится, но оно есть. Ладно. Так, энергия у нас выправилась чуть-чуть в плюс. Сейчас еще храм процветания здесь доделается. Да, духи дали нам новый wisdom. О, фабрики по очистке полезных ископаемых. Это хорошо. Минералы, на мой взгляд, это тот ресурс, с которым тяжелее всего решать проблему в галактике. Ну, то есть, если там энергию можно торговлей заменить, поэтому просто натыкать торговых хабитатов, и они будут генерить энергию. Еду можно в крайнем случае гидроподниками наделать, а вот минералы будут лимитированы планетами плюс минеральными телами в космосе, вокруг которых можно строить хабитаты на добычу. Так, закрываемся здесь потихоньку, потом закрываем внутреннюю свою часть и начинаем спамить наши связанные честью. Мы счастливы познакомиться с вами. А, ну это федерация. Начинаем спамить филиалы. Ну вот уже хороший филиал, дает энергию, молодец. Пока я не парюсь на тему энергии, потому что, ну элементарно, у меня влияния просто нету на... мои замечательные филиалы. Так, флот и верфь можно скрыть. Это мы, наверное, еще долго не будем трогать. Триад. Разбойничье королевство. Ксенофоба. Мы с вами счастливы познакомиться. Ага. То есть слева у нас потенциально агрессивный придурок. Ну да, чувак, ты нам нужен. Федерации, но мой союзник по-прежнему против. Эх, священный контроллер у меня называется титул правителя. Ну, тратить на это влияние мы, естественно, не будем, поэтому воздерживаемся. Шериф у нас ранее губернатор. Что у него за перки? Исследователь. Космический сверхтер.
и защита границ. Боже, он, короче, по большому счету то бесполезен. Так, есть у нас Юрский крейсер, исследуем проект, изучаем систему дальше. Да. Так, ну что мы делаем? Рабочие рабы, производство увеличено на 5%. Я думаю, вот в эту сторону будем пока двигаться. Полити, военная хунта. Какая-то очень агрессивно-милитаристская галактика на самом деле получается. А, ну это федерация, несчастный, бедный пацан. Вот он заперт так. Да. Ну, такая себе федератска получается, с малым количеством миров. То есть, если мы достаточно долго продержимся, они не смогут завалить моего товарища. Так, ты нас любишь. И хорошо. Ох, где бы взять влияние столько. Вообще... Так. Очень интересно. Этот пацан хочет к нам в федерацию вступить. У Таблан Коммоналити. При этом, если я его принимаю, я оказываюсь заперт. Максимум Авариан Корпорейшн смогу под себя забрать. В будущем. Блин, он материалист. Не, парень, пока, наверное, нет. Так, Юльский крейсер мы подняли. Какая прелесть. Единственное, я о чем думал, может, к нему на столицу тоже свой филиал запулить. Это стоит 1000 энергии. Даже больше 1000. Он далеко очень находится. Ага, ну, в общем, все. Теперь у нас там газовых заводов вагон. Скорость просто поселений плюс 20, счастье чуть-чуть минус. А, все, плюс 20. Нету больше плюс 200. Вот какашки. Ладно, здесь будет научно-газовая планета. Вообще... шикарный научный мир будет, потому что у нас еще есть вот древний ускоритель частиц. То есть здесь будет население просто прорвище, я так думаю. А я, кстати, с губернатором ничего не сделал. Пищевика, наверное, наймем. Другие все какие-то печальные парни. Пищевик мне понадобится. Не, надо на столице им закидывать свой филиал, и для этого надо сейчас выменить что-то на энергию. Мне надо куча энергии на самом деле на это дело. Так, ну товары массового спроса у меня пока обеспечиваются. Учреждаем филиал, ставим храм процветания. Кроме того, увеличение их личной торговли будет сказываться на нашем торговом соглашении. То, что мы получаем 10% от их общей торговли. А это значит и единство, и товары массового спроса. У нас сейчас по большей мере все-таки обеспечит внезапно торговля. Что здорово. О, у моего союзника есть место, куда расширяться. О, энергосеть. Красота. Так, у нас соглашение об исследованиях работает с разными парнями. Так, ребята объявили соперничество. Вот это не здорово. У них границы, конечно, далеко. Но это значит, что это наш потенциальный враг. Я и могу соперничество объявить? Нет, я слишком слабенький для этого. И посла нужно отправить. Печалька. Ну что ж поделать.
Так, изучаем дальше в надежде, что может быть нам повезет дико и мы там найдем еще предтечи. Если надо будет, что хорошо действительно в той группе традиций, что я взял, господство, это стоимость расчистки квадратов у нас будет снижена. Это очень долго исследоваться будет. Да, дополнительные указы, наверное. На столице надо готовиться к тому, что нам нужно будет ставить еще... Темная потеря. Обнаружена. Надо будет еще ставить бюрократов, к сожалению. Да, с минералами у меня на планетах печалька вообще. Откровенно отвратная ситуация на самом деле. Так. Столицы я занял своими замечательными офигительными просто филиалами. Хорошо. О, здесь уже газ производится. 3.1. Обалдеть. И что самое кайфовое, я его, если что, могу продавать. Сейчас необходимости в этом нет, конечно, но в будущем. С благами тут вроде все хорошо. Угу. Ну, поэтому мне нравится вот этот вот перк обаятельный. Потому что даже за органиков, у которых такой проблемы с благами нет, как у роботов и роя, это все равно дает, ну как сказать, свободу действий, что ли. Так, все, бегом изучай. Вдруг ты найдешь какую-то аномалию интересную. И она нам что-то даст. Ты... Ну, поизучай, что успеешь изучить из имеющегося. Тут тянки матриарх. Тянки — это круто. Так. Здесь у нас сейчас еще третья колония появится. У меня вообще рост населения на столице остановится. Но это приемлемая цена с учетом того, что... Нам надо быстренько растить сейчас наши колонии. Тропический мир, океанический мир. Тропический. Вот, может их подзаселить, когда я чуть-чуть улучшу ситуацию с приспособленностью. Без терраформинга, я имею в виду. Потому что засушливый мир я, конечно, терраформить не хочу. Так, аномалии второго уровня. Ладно, исследуй, пусть будет. По поводу возвышения, я, конечно, как спиритуалист, должен идти в псионический путь. Тут, как бы, вопросов ноль. Но о чем я подумываю, это о том, чтобы, возможно, взять идеальные миры. Хотя еще не факт. Возможно, я буду строиться очень любопытным образом. Офицированный пилот, социологические исследования. Ну, пригодится. Исключение будет типа таких миров. Я вот не знаю, вот если терраформить эту, если превратить, точнее, эту планету в аркологию, скорее всего, древний ускоритель частиц, фильтр спор исчезнут. Поэтому я не хочу ее превращать в аркологию. Поэтому хорошо бы, наверное, это было в идеальный мир превратить. Учитывая, что я ксенофил, отвратительный ксенофил, у меня будет такой прикол, что ко мне начнет заезжать всякая левая басота. И мы будем им очень рады. На самом деле будем рады, потому что элементарно это как рост населения дополнительный. В Лур что-то там летает, ищет. Здесь у нас какие-то тиянки летают. Так, стоп. С кем ты? О, отлично, мои друзья научное соглашение заключили. Что теперь
Федерация мешает. Мешает отсутствие у вас одолжений в мой адрес. Я не буду ждать. Я лучше ребятам приплачу, потому что они будут моими союзниками в итоге. Все. Приглашаем в Федерацию пацанов. Возможное одолжение плюс 20. Приглашаем в Федерацию. По идее, это должно произойти. Ура! Так, класс. Во-первых, мы узнали артизан труп и получили столь необходимое нам влияние. И трупа мастеров, это те ребята, которые нам очень интересны. Еще мы установили со Свани Enterprises. Счастливы познакомиться с вами. И Commonality of Zur. Спиритуалисты! Хвала небесам за эту встречу. Баката Chronicles. О, это стагнационный режим здесь живет. То есть парень приперт к стенке стагнационными ребятами. Которые причем материалисты. Так, Commonality of Jur. Кто вы? Вы спиритуалисты. Вознесенное духовенство. Защита окружающей среды. И они уже с кем-то воюют. С сюзеренитетом ксанидов. Какая прелесть. Статус ассоциации. Канан Citizen Compact. Что-то с ними не хотят дружить. Они закрыли границы для них. Авторитаристы спирит... А, ну да, авторитаризм и эгалитаризм. Тут как бы без вариантов. А вот вы... Ну вы очень далеко. Еще и корпоратократия. Не... А, нет, это просто капиталисты. Это не корпорация. Так, ну вот насчет Commonality of Jur я подумаю, может стоит их присоединить к нашему шалашу. Да, я сейчас, конечно, в полной попе. Окей, ребятки, задружились, и у нас тут вообще просто мир, дружба, сосиска. Корабль же строит, давайте строить здесь форпост, сейчас поюзаем все наши... Да-да-да, вы меня теперь ненавидите за что-то, я не знаю за что. Так, наконец-то, можно закрыть вот этот кусок. Теперь закроем вот этот вот кусок. Бич, наверное, под себя заберу. А остальное отдам чуваку, пусть селится. Здесь что? Здесь какие-то три корвета. Это что такое? А что это такое вообще? Очень интересно. Какие-то... Вау, а они летят. Какой-то идеальный мир они охраняют. Забавно. Так. Вот она, наша прекрасная федерация. И сейчас мы хитнем второй уровень. И это даст нам объем торговли плюс 5%. Скорость по кораблей в пространстве федерации. Президент получит посла. Но вот объем торговли это самое вкусное, что здесь есть. Законы я пока не думаю какие-то проводить. Здесь почему-то благ не хватает, ну да ладно. Так, нам минералы понадобятся, городской район. Ну да, никаких интересных аномалий мы чуть не находим. Юдских. Добыча, наука, застраиваемся. Тау Элиенс в Хоршиме. Это что? Это чей-то конструктор здесь живет. Это вот эти пацаны, наверное. Это чей-то научник на них наперся. А, мимо них вообще в наглую пролетел. Нормальный тип. Ну ладно, как скажешь. Так.
Ребята там развиваются по науке у меня что? Науку у меня Тхэглан внезапно двигать начинает. Абсолютно внезапно. Не, ну класс, чё? Халявные два научника, это супер. Здесь еще газы будут производиться. Пожалуйста, кто знает, напишите в комментариях, можно ли конвертнуть эту планету в аркологию с сохранением древнего ускорителя частиц и фильтра спор. То, что это очень важно для меня. А, да, конечно, достойное начинание галактическое сообщество. Разумеется, мы в этом примем участие. Столица пока не растет. Вот плохо, что у меня влияние не подсейвлено, я не смогу к себе галактический рынок затянуть. Хотя сначала же нужно закон провести. Так что вполне возможно, что я себе все смогу провести. Кстати, тут еще есть торговля в этих двух системах, и не стоит ее обходить стороной. На самом-то деле. Так, колонии потихонечку растут до 5 населения. Там дальше видим. Я бы, конечно, генные клиники заимел бы в идеале. Для того, чтобы обстраивать планеты. Тем более, что с товарами массового спроса у нас сейчас проблемы нет. Но это мечты. То есть поначалу даже без торговой федерации можно, в принципе, включить себе за торгашей торговую политику. Здесь не торговая лига будет, а которая дает пол энергии и 0,25 товаров массового спроса. И, допустим, играя за парней с торговыми гильдиями, торговли будет действительно много. Коммерческий пакт между Вествани и Democratic Ganglios Systems. А, это они с этой федерацией дружат. Ура! Второй уровень федерации. Это даст нам маленький, но все-таки баф по торговле. И где он? Свободные торговые соглашения. Да. Самое клевое в этом всем, что это также даст баф нашим товарищам, двум, у которых у меня филиалы будут в первую очередь строиться. Эти 5%, оно как бы немного, но это все добавляется друг к другу. Так, шикарно. Единство у нас прет как на дрожжах. Очень неплохо. Тем более я тут храм поставил. Храмы, к сожалению, нельзя грейдить. Насколько я помню. Все они так и останутся с двумя чуваками внутри. Что, конечно, печалит на самом-то деле. Привлекать не с принципа спиритуализм плюс 5%. Это как бы очень смешно. Генные клиники. О, 63 месяца. Да, будем сейчас в генные клиники играть, чтобы население растить. И нам нужна второго уровня база, чтобы без пиратства Фантрал подключить. Ура! Великий день для галактики, рождения галактического сообщества. Мы, естественно, в этом галактическом сообществе будем долгое время в полной попе. Влияние я тратить на предложение резолюции не буду. Это за меня и компьютер понаделает. Он в этом плане достаточно активен. Так. Лабриус Нейшн. Империалисты-гегемоны. А, мы сейчас со всеми будем узнаваться. Кстати, они живут вот здесь. Через галактическое сообщество как раз, когда будут к нему подключаться новые товарищи. Ой, ну минералы, ладно, от видов деятельности можно взять. Вот тут еще какие-то засранцы живут. Что за засранцы? Фанатичные материалисты-ксенофобы. Ух ты ж, дрянь какая. Фу. Что предлагают?
Жалко, не слышно звука фейспалма моего. Нет, не надо нам законов об охране Тиянки. Щит на изготовку тоже фигня полная. Компьютер, ну, камон. Предложи что-нибудь полезное, там, для торговли, к примеру. Нет, надо вот на этих Тиянки с ума сходить. Так, строим космическую базу здесь, потом Реджин. Imari Consumer Products. Корпоратократия. Опа, это наши конкуренты. Любовь — это дружба, положенная на музыку. Вот так вот. А, ну они фанатичны. Они фанатичные ксенофобы. О чем они вообще могут мечтать, как мегакорпорация в этой вселенной? Не знаю, честно говоря. Видимо, о чем-то они там мечтают. Наверное, об электроовцах. Теократическая олигархия тоже такое себе. Ну пусть будет скорость развития колонии. Так. Опа, уже войны тут вовсю фигарят. Это, вот эта федерация объявила войну кому? Что я не понял. А, красным. О, так тут две федерации друг под другом. Гегемоны против успешного объединения. Ух ты, прикольно. Ну давай, давай, компьютер, покажи мне. А что за гегемоны вообще здесь живут? Спиритуалисты, ксенофилы. Это прям федерация была бы для меня. Но, правда, это гегемония, что меня не устраивает абсолютно. У нас тут такой торговый между собойчик будет. А чё ты сидишь без дела, боже мой? Парень, ищи аномалии. Конечно, вряд ли мы много аномалий тут натыркаем. Но хоть каких-то. Продолжают другие расы появляться у нас на экране. Окей. Воу, 9 резолюций. Помощь падшим. Привлекательность принципа спиритуализм плюс 10. Единство от видов деятельности плюс 5. Да, я за привлекательность принципа спиритуализм всеми руками и ногами. Содержание поселений под ТМС, время расчистких. Да, я согласен. Каналы для научных исследований. Да, у меня космических баз нет. Упрощение регулирования. Вот это я бы не очень хотел на самом деле приспособленность себе ухудшать. Без идеальных миров ее потом поддерживать на высоком уровне будет очень-очень трудно. Хотя это всего 2%. Дипломатический вес от силы экономики, рабочих, производства. Нет. А вот стандартизация сленга, да. Объем торговли. Хартия прав рабочих. Рабочие получают счастье. Да, я за. Борьба с вредителями Тиянки. Нет, галактический рынок за. Пацифистическая технология, да. Запретить торговлю рабами-органиками. Угу, я согласен. Нечего. Так, мы получили тут торговли 4 штучки. Еще минеральчиков чуть-чуть подсоберем. Генные клиники. 10 месяцев. Здесь 5-е население быстрее вырастет. Ну да и ладно. Главное, что мы потом... Да и здесь быстрее. Потом влепим первым же зданием клиники. Так, Commonality of Jur проиграла войну, отдала систему и их унизили. Супер война, конечно. Сюзеренитет ксенидов, вы, конечно, молодцы.
Так, мой друг вот до сюда дошел тем временем. А может, мне не нужна огромная территория на самом деле? Может, этого пацана тоже затянуть к нам в федерацию? Это было импульсивное решение, но оно обусловлено тем, что я мегакорпа. Исключительно этим. То есть мы будем развиваться поначалу на пятачке, который отвоюем у вот этих вот пацанов. И заодно это расширит опять же нашу федерацию, ее возможности. Так, давайте дальше застраиваемся уже. Все-таки Биджих я, наверное, хочу под себя забрать. А насколько тяжело тебя будет в федерацию пригласить? Очень трудно. Но ассоциация работает как пакт о нон-агрессии в нашем случае. А это значит, что мы обезопасим себя от нападения этого чувака, потому что он теоретически может вот напасть вот здесь вот. Да и плюс все-таки филиал я к нему закинул. Четыре торговли у меня превращается в два энергии, один товар массового спроса и один единство. Мелочь, но вначале вот эти все мелочи, они очень сильно влияют на наши возможности. По поводу единства следующего перка я даже не знаю, честно говоря, что я буду брать. Нужно будет посчитать, подумать из того, какой у меня план. Честно, вот даже не знаю. Сенат на сессии, окей, сейчас посмотрим. Единственный противник щита на изготовку. Я не люблю эту ветку, потому что следующая же резолюция, которую они обязательно примут, заставит меня построить флот под половину капа. Что, как бы, ну, мягко скажем, не входит в мои планы. Блин, размер государства, кстати, приближается. Свободного посла можно пока сюда закинуть, тем более мы скоро перестанем быть президентом наверняка. Какой у нас закон по очереди? Угу. Так, ну осталось три системки забрать, и тогда можно все влияние пустить на строительство филиалов. Как раз чуть-чуть подрастут планетки моих товарищей по федерации. Это какие присосочки миленькие. Роботов строят, кстати. Фу. Фу. Надо проталкивать вот эти законы, кстати говоря, которые через помощь падшим начинаются, чтобы привлекательность спиритуализма росла в галактике. Опять кто-то воюет. Имари Consumer Products Democratic Rim Accord. Блин, насколько все было проще, когда, блин, Рой 7, Рой 22. Это вот эти вот с этими борются. Ну, окей. Так. Ну что ж, дипломатия, экономика. Такой получился эпизодец. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Андеркун. Встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.